Зараз ми знаходимося в центрі українського Харкова, на розбомбленій площі Свободи. Вони можуть кидати бомбу на наші площі, але вони ніколи не розбомблять справді наш дух і нашу свободу. Україна переможе. Ми обов'язково відстоїмо кожен сантиметр нашої землі, і росіяни заплатять за те, що прийшли на наші мирні землі вбивати наших людей. Слава Україні! Героям слава! А это спортзал 16-й школы. Вот, ребята, чтобы вы понимали, что это такое. Что это за пи***ц? Это прилетело буквально минут 5 назад в крышу спортзала 16-й школы. Все видят, да? Кидай! Первый этаж, 10-я палата. Здесь просто открыто окно. Коридор, выбиты стекла. Выбиты стекла в двери. 9-я палата, открыты и выбиты стекла. Чика-чика, 8. 8-я, выбиты окна. Седьмой, тоже выбиты окна. По этой всей стороны выбиты окна. Ординаторская дверь. Вертолетом войти невозможно. Окна полностью выбиты. Окон нет.
это бывшие вареники. Это магазин «Слон». Вот столовая ее. Все, что осталось. Второй этаж. Капец. Суп-пис у нас? Что? Суп-пис у нас? Это весь. Опять сейчас.